В Дагестане более чем у 1000 кандидатов в депутаты обнаружилось наличие судимости. Представители избиркома пригласили на беседу 1081 кандидата. После беседы большинство из них передумали баллотироваться. Как отметили в избиркоме, не у всех совесть проснулась добровольно. Снятие 274 кандидатов пришлось добиваться через суд. По мнению замглавы избиркома, причиной отстранения было не само наличие судимости, а ее сокрытие.